будущего седла. Белый цыган Мстислав Запашный. Он родился в цирковом Шапито, уже в 7 лет выполнял акробатические трюки, которые до сих пор никто так и не может повторить. Именно благодаря Запашному советский цирк стал одним из лучших в мире. Не пропустите документальный проект в 23:35. Я прощаюсь с вами до завтра. Посмотреть сюжеты наших журналистов, как всегда, можно на сайте подробности.ua. Всего самого доброго!